28 февраля 1945 года. В течение 28 февраля юго-западнее Кёнигсберга наши войска в результате наступательных боев заняли 6 населенных пунктов. Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели городами Нойштеттен и Прехлау, важными узлами коммуникации и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании, а также с боями заняли более 39 других населенных пунктов. За 28 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 48 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 28 самолетов противника.